На меня было совершено нападение в Каннах. Она достала газовый баллончик Шерон Стоун, бывшего Бритни Спирс, тоже мы видели. Мне было интересно хакнуть систему. Ты и поэтому, ее? Да. Я собираюсь на награждение Виба. Здравствуйте! Окей, если бы вы взяли аскезу какую-то. От шампанского? Ребята, всем привет! Меня зовут Анна Карпеева, и вы на моем YouTube-канале. Сегодня я нахожусь в Каннах, где 77-й Каннский фестиваль проходит прямо сейчас. Пару интересных фактов про Каннский фестиваль. В 1939 году должна была состояться здесь премьера на зло Венецианскому кинофестивалю, потому что на то время Италией управлял Муссолини, он был фашистом, Франция была с ними, естественно, в контрах. Но премьера не состоялась, потому что началась война. И уже в 1946 году, 20 сентября, все-таки это произошло, когда война закончилась. И по сей день, 77 лет, каждый год здесь собираются все мировые знаменитости для того, чтобы увидеть фильмы, посмотреть, получить награду. €200 миллионов – это приблизительный бюджет для проведения Каннского фестиваля. Длина красной дорожки – 2 километра, и ее меняют 3 раза в день. Ребята, смотрите, здесь оставляли свои отпечатки звезды мировые. Давайте посмотрим. Шерон Стоун в 92-м году. Измерим размер. Измерим размер. Слушай, это же я. У нас одинаковые пальцы. Мы сейчас будем забирать билеты на фильм «Победитель Каннского фестиваля». Здравствуйте. Боже, как приятно. Тамара моя бывшая ученица. Мы встретились вот в Каннах. Она написала, увидела. И она помогла нам достать билеты. И вообще очень сильно вообще помогает. Ты занимаешься астрологией? Я нет. Я для себя. Мне было интересно хакнуть систему. Ты поэтому ее? Да. Ты поняла, да? В некоторых вопросах точно хакнула, в которых было больше... Ну, например, где я, у кого Венера и где у кого все Луна. Все стало ясно потом. И потом моментально все становится ясно, да. Все понятно. Тебе нравится здесь? Да, здесь прекрасно. Я занимаюсь недвижимостью, сдача в аренду, покупка-продажа. А дорого здесь вообще? Ну, как, относительно? Вообще, да. Но относительно... Относительно всей Франции здесь дорого, относительно Монако здесь дешево. Здесь наиболее выгодно покупать, потому что каждый месяц здесь происходят какие-то мероприятия, например, Каннский фестиваль, потом рекламные львы. В это время в 3-4 раза поднимаются цены на недвижимость, на посуточную аренду. А сколько, допустим, стоит вот однокомнатная квартира здесь? Центр в среднем 10 тысяч за квадратный метр евро, 8-10 там, в зависимости от ремонта. То есть 30 квадратных метров 300 тысяч? Да. Класс. Безопасно здесь? Для детей безопасно, для детей... Ну, здесь вот все украинцы, кто здесь живут, как-то уезжать никто не хочет. Итак, мы с вами на красной дорожке. Я вышла из фильма. Фильм был на хинди языке. Индусский фильм о любви. Огромный, конечно, зал, все тихо. Вообще, столько народа. Я в обычном кинотеатре никогда не сидела так, чтобы, вы знаете, была тишина, и чтобы люди просто, ну, действительно уважали и наслаждались этим всем. Меня привезли в очень классный ресторан в Каннах. Вкушаю эту лакшери жизнь на Каннском фестивале. И приглашаю вас тоже насладиться этим вайбом, вот этим ощущением. Почувствуйте легкость, почувствуйте радость, почувствуйте, не знаю, такое расслабление. Действительно, то, чего нам всем не хватает. Население города Канны составляет 73 тысячи жителей, но на момент проведения Каннского фестиваля
население увеличивается до 200 тысяч. Я собираюсь на награждение VIBA инфлюенсеров, и там я встречусь с Анжелой Пёрл. Я никогда не думала, что я одену платье белое, свадебное, и не выйду замуж, а буду на фестивале. Чувствую просто такой какой-то... Очень большая какая-то радость, я не знаю, с ощущением какого-то, не знаю, большой энергии, которую нужно принять и потом передать и отдать. Тебе нужно каким-то образом эту энергию аккумулировать, да, там, то есть как-то проработать, я не знаю, то есть внутрь себя включить, потом отдать правильно. Мне это все в новинку, и мне очень интересно. И я люблю новые ощущения, а здесь их очень много, то есть их too much. Вот. Я знаю, что есть вещи, которые невозможно повторить никогда. И мне кажется, именно эти ощущения невозможно повторить никогда. Je parle des fois, tu ne m'entends pas. Comme un écho qui s'évapore dans l'univers. Sans retour, tu me laisses en voix. Cloué, perché dans le vide de cette éternité. Sempre più in alto si va e vola, vola con me. Il mondo è matto perché se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di te. Это очень круто, это так торжественно, все в платьях, и все друг с другом общаются и хотят обмениваться контактами. То есть основная история — это именно про нетворкинг. Я, наверное, каждый год теперь буду сюда приезжать, это какая-то зависимость, я понимаю, почему Каннский фестиваль повторяется. На меня было совершено нападение в Каннах. И на меня напала одна женщина. Ну, в общем, мы сидели в ресторане, наслаждались вкусной едой. Это был вечер. И рядом, тут соседний ресторан, это было на улице, села одна женщина, ну, такая она уже взрослая, там лет ей, наверное, к 70. И она начала на меня что-то говорить на французском. Я не знаю, что она говорила. Потом она достала газовый баллончик. И начала, первый раз она подошла и начала угрожать баллончиком. Я сначала не поняла, потому что, ну, я не видела, да, там газовые баллончики, я их не использую. Официант ее успокоил. Мы дальше продолжили сидеть. И тут она уже подрывается через там 5 минут, бежит на меня с этим газовым баллончиком. А я понимаю, что у меня завтра важное мероприятие, и если она мне запрыскает просто глаза, я на него не попаду. А это то, ради чего я сюда приехала. И я, в общем, бегу в туалет, она за мной, ее хватают официанты, вызывают полицию, приезжают жандармы, приезжают скорая. Я ее не провоцировала никаким образом, абсолютно не обращала на нее внимания. Просто, я не знаю, наверное, есть, знаете, такая совместимость, когда жертва встречается со своим убийцей, и там просто произошла синергия. Вот. А по поводу того, что она сумасшедшая, нам об этом сказали официанты и полиция, потому что они ее знают, она местная, она ходит здесь. Вот. Но так, чтобы прямо с газовым баллончиком, они еще как бы не видели. То есть они не знали, что он у нее есть, и может быть и круто, потому что, вызвав я такую у нее реакцию, она, возможно, мы спасли других людей, на которых она могла напасть. Мне кажется, для семей, возможно, если дети, это как бы не их история, да? А если ты сам, или ты уже, у тебя уже все было в этой жизни, то, мне кажется, вот это именно то место, куда нужно приехать, ну или хотя бы, я не знаю, даже проводить какой-то отпуск, проводить для себя. У тебя хочется лакшери, красивой жизни, тебе хочется, так при этом можно не быть миллионером, просто купите себе какое-то платье, придите здесь в ресторан, и вы себя уже почувствуете звездой. И на момент Каннского фестиваля просто арендуйте где-то, я не знаю, там квартиру найдите, оденьте на себя платье, просто походите. Да, там даже не попадая на какие-то мероприятия, потому что за вход, кстати, к Деми Мур говорили, от 10 тысяч евро один билет стоит. Я видела Эль Фьюри, по-моему, дочка Малефисенты, которая с Анджелиной Джоли снималась. Она высокая такая, красивая очень. Бывшего Бритни Спирс тоже мы видели.
Он сказал: «Вы будете ложиться на топчан?» А мы сказали: «No». Мы сейчас идем на встречу к Анжели Перл на бранч. Вот, побежали, все вместе. Бежим, уже опаздываем. Так, мои дорогие подписчики, я не могла не выйти в прямой эфир. Вон там, короче, все уже идут на фильм. Вот, я сам покажу. Все идут на фильм, мы вчера уже ходили. Вон. Хочу вам подарок подарить. Это помада Каролина Херрера. Как это по-девчачьи. Да, и я думала, что вам подарить, и мне кажется, что ну вот это идеально. Спасибо большое. Ой, мальчики пришли позагорать здесь, сделать свой бронзовый загар еще бронзовее. Анжела придумала такой клуб сделать, встречаться, вообще организовать. Это очень круто, потому что передавать вот это вот ощущение, я не знаю, границы убирать, это очень круто. И передавать дальше, чтобы больше и больше и больше впечатлений. Это круто. На эти две недели было бы очень классно, и это усилило бы эту энергию, если бы вы взяли аскезу какую-то. От шампанского? А как правильно это? Я не пью, не курю. Не настолько. Я никогда не бегаю. Мясо, может? Я не бегаю. Кофе. Нет, это что-то такое, например, вы пьете кофе, вот эти две недели не пейте кофе. Вы едите пирожные, две недели не ешьте пирожное. Можно, не могу не есть, не курить, тогда приседайте каждый день. Смысл в том, чтобы ты сделал усилие, то есть должно быть. Так, ну что, желание, давайте все вместе скажем, что меня достаточно. 3-4. Меня достаточно! Подписывайтесь на мой YouTube-канал, впереди меня ждет очень много интересных видео, там, где я буду еще брать интервью у знаменитостей. И напишите, пожалуйста, в комментариях, какие видео вы бы хотели еще увидеть, посмотреть, с кем. Не стесняйтесь, говорите, вот с кем бы вы хотели, и я постараюсь найти связи для того, чтобы для вас показать всю эту историю. Все, всем пока!